Давайте я вам покажу, как мы обустраиваем клетку нашему черносливчику. Во-первых, размеры клетки. Клетка у морских свинок должна быть просторной. Рекомендуется для одной морской свинки минимум 80 сантиметров. У нас это 90. Самая большая это 110. Есть, которые продаются. Все остальные уже индивидуально под заказ. У нас это фирма Фермпласт. Стоила она 6 тысяч. Клетки, которые продаются 80 сантиметров по 2-3 тысячи, они тяжелые, некомфортные в уборке и в переносе. Мы же нашего черносливчика носим по всему дому. Вот, клетка это позволяет, она легкая, так как морские свинки социальные ребятки, нужно, чтобы они всегда были в компании. Что мы ему здесь укладываем? Смотрите, только-только почистили. Только вот убрали с Сонечкой, и уже товарищ у нас накакал. Морские свинки очень много какают, очень много, так как они постоянно кушают. Кушают клетчатку, поэтому клетчатка у нас запускает ЖКТ. Следовательно, вот они результаты отличного запуска. Симка, если вы собираетесь себе вести свинку, надо ему, конечно, можно... А если, чтобы так долго не убрать, можно постелить ему пеленочку. Если пеленочка не пускается длинная такая, берете еще одну пеленочку и стелите тоже. Как ранее рассказала Соня, как мы оформляем ему клетку. Сначала на дно мы кладем пеленку. Можно газетки стелить, так как у нас собачки, у нас всегда есть пеленки, поэтому я стелю пеленки. И уже поверх пеленки мы стелим, насыпаем какой-то наполнитель. Вот лучше, конечно, насыпать опилки. Они более мягкие, от них меньше пыли, чем вот от таких гранул. Но, опять же, у меня были сейчас эти гранулы, я их насыпала. Вот. Ну, ему нравится, он не жалуется, бегает довольный. Сейчас я насыпала мало, так как мы скоро уезжаем. Вот, все равно убирать. Обычно там прям покрываем таким толстым слоем. Есть у нас вот такая труба. Смеемся от сантехники. Почему-то для морских свинок не делают специальные широкие туннели. Для хомячков, крыс, хоть отбавляй выбор. Для морских свинок ничего. Поэтому приходится пользоваться благами обычной сантехники. Покупали мы ему песочек. Для шиншилл, хомячков, крыс. Думали, он будет в нем купаться. Но нет, он в нем не купается, он в него какает. Но мы все равно этот песочек ему оставляем. Он туда забегает, топчется. Все разнообразие, какие-то новые ощущения. Обязательно нужно в клетку положить много-много сена. Я кладу вот такой горочкой. Не рассыпаю по всей клетке, чтобы, опять же, не смешивался туалет с питанием. Сено должно быть у морских свинок все время. Это их основной рацион. Без них их желудочно-кишечный тракт будет работать неправильно, без сена. Именно сено, не трава, именно сухое, такое хорошее сено. Там потом вам тоже сделаем обзорчик. Мы уже попробовали несколько видов сена, покажем, какой вот у нас он кушает хорошо. Также у нас стоит мисочка с сухим кормом. Также там потом покажем фирму. Так, что еще? Лежачок. Лежачок уже у нас вот такой красивый, весь в траве. Все этот в корме, в общем, во всем, чем только можно. Свинки любят лежать на мягком, тепленьком, поэтому лежачок у нас есть. Домик ставить не рекомендуют, потому что свинки там прячутся и дичают. Проверено на личном опыте. У нас стояла сумочка. Мы ему купили специальную сумочку для переноски. Небольшую ставили мы вместо домика. Вот он в ней прятался. Потом вообще не шел на руки, не шел с нами на контакт. Поэтому сумку мы убрали. В трубе он так не сидит подолгу. То есть он так пробежится, может чуть-чуть посидеть и выбегает. Спит он сейчас преимущественно на лежаке. Вот там вот, если видите, у нас идут веревочки, это гамак. Пока мы гамак убрали, потому что он его не заинтересовал, только место занимает. Когда стираем лежачок, у нас есть еще маленький теплый пледик для специально морских свинок. Вот, мы стелим ему этот плед. Вот тут еще внизу
был пенечек. Тоже покупала это лакомство для... Вообще написано для грызунов, но ему тоже зашло. Вот он такая была верхушечка, там всякие фруктики были склеены, зернышки. Он, в общем, это все сгрыз. Нужно, чтобы морские свинки точили зубки, так как у них зубы растут в течение всей жизни. Надо, чтобы они их подстачивали. Вот, как-то так. В следующий раз расскажем про сено, да, которое мы даем. Мы уже перепробовали несколько видов сена. Ну, и вот этот, вот этой фирмы, он прям кушает с удовольствием, наш мальчик сладкий, да? Да. И поэтому, как всегда, надо всегда ему завести друга. Если вы не хотите, ну, не можете завести него друга, поэтому, а если и всегда надо с ним разговаривать.